получила письмо парня из России, который поделился со мной своими мыслями. Жить в России – это высокие цены на все, низкие пенсии – 10 тысяч рублей. В нашем регионе нет мобильного интернета. Я даже не знаю, как это охарактеризировать. Ты уходишь на улицу, у тебя нет интернета, что ли? Нет перспектив в будущем. Из-за санкций питаемся и пользуемся хреновыми вещами. Нет отопления. Тем более в школах. В Америке зимой в школах тепло, а летом в школах прохладно. Представляете? Зимой работает отопление, а летом, ну, в жаркие дни, когда еще там май, июнь, кондиционер. Представляете? Представляете? Рай на земле – это школа. Заходишь, и там всегда комфортно. Моим детям всегда комфортно, а вам всегда то жарко, то холодно. Повсюду ямы и грязь. Нет развития в городах. Некуда сходить погулять. Херовая платная медицина. Неадекватное отношение учителей к ученикам. Только что видела ролик смешной в телеге. Там девочка телефон положила так на потолок, чтобы смотрел. И учитель кричал на блатном языке ученику, что он его опустит и что-то там еще натянет на него. И ученик такой кричал: «Ну, ударь меня, ударь!» Нет свободы слова. Это ужасно. Мне кажется, дети России – это как раз те люди, которые хотят говорить. Боже мой, слава богу, у вас кто-то хочет говорить. Это дети. У вас не хотят говорить старики, у вас не хотят говорить ваши родители. Но дети хотят говорить. Я очень рада, что вы хотите говорить, дети. Я очень рада, что вы хотите говорить. Это самый здоровый признак того, что вы нормальные. Заставляют насильно петь гимн России в школу. Кстати, вот мои дети, ну, мои ученики не знают гимна Америки. Тут никто слова-то не учит. Ну, музыка звучит и звучит. Кто этот гимн учит? Кто вообще учит гимн? Я же не говорю просто про обычную страну, а у вас вообще она фашистская.